Саженцы сирени Престона Бассия, Бассия сиринга престоунии, носят название своего известного американского селекционера. Сирень Престона Бассия – лиственный куст, который достигает 3 метров в высоту. Это пышное растение, его крона округлой формы, диаметром до 2 метров. Кустарник пышно цветет в мае-июне. Его листья продолговатые, с закругленными концами, сверху – темно-зеленого оттенка, снизу – светло-зеленые. Цветки фиолетовые, трубчатые, с 4 лепестками. Сирень Престон Бассия предпочитает солнечные открытые места, но неплохо переносит и полутень. Не боится морозов. Обильного цветения дает на слабокислых и нейтральных почвах. Не переносит заболоченности. Сирень Престон Бассия – это кустарники высотой 300 см с типом роста, среднерослый диаметром 200 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Аромат у цветов приятный, нежный. Окраска цветка фиолетовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 0,5 см. Лист растения по форме продолговато-овальный. Весной листва по цвету зеленый, летом листва зеленый, осенью листва желтый. У растения нет шипов. Важно, что сирень Престон Бассия самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.